Читаем добротолюбие. Давид говорит: «Слезами моими постелю мою омучу». «Не в церкви буду проливать слезы», показывая пред людьми одну только наружность и домогаясь славы, чтобы почли меня праведным. «Но на ложе моем слезами измыю на всякую нощь постелю мою, чтобы в согласии быть со Христом, который говорит: затворив клеть твою, помолись, и Отец, для которого делаешь сие в тайне, воздаст тебе и умилостивится над тобою яви». Преподобный Ефрем Сирин.